деньки, тусуюсь по городу, решая домашние проблемы. Ненадолго оказался в центре города. Интересный вид на старый мост. Все заросло, когда мы были студентами, все было гораздо по-другому. Сейчас все заросло лесом. В 96-м году мы построили этот дом. Вот, сейчас сижу в огороде, видите? Младший сынок побелил деревья. Вон. Яблон в этом году будет много, груш. Вот. Хожу по огороду. Обалденно все. Приятно посмотреть. Вот. Здесь у нас тоже абрикосы. Там смородина. Липа завтра. Это ягода. Дождик был. Лишь немного абрикосов. Добрый день, друзья. Сегодня 16 июня. Как я уже говорил, что хожу по огороду своему. Вот. Осталось буквально несколько дней. Мне уже ехать снова на работу. Вот. Так что посмотрел на лето. Конечно, отпуска мало, но надо решать производственные задачи. Посмотрел сегодня центр города. Центр города изменился. И не в лучшую, и не в худшую сторону. Просто изменился, и все. Администрацию в очередной раз вроде как покрасили. Вот. Зашел в торговый центр, где раньше фильмы смотрели, там, ну, тусовались. Но там вообще все изменилось. Версаль называется. А вы как? А у меня это огурчики.